Дорога на высокогорное село Лахыш в Смоленском районе, где компактно проживают таты. Село находится, если не ошибаюсь, на высоте 1300 метров над уровнем моря. Вот так вот. Здесь живут таты, компактно, и мы сейчас с ними будем разговаривать. Продолжаем наш репортаж с села Лахыч Смоленского района. Наш собеседник Саджад Маллин, коренной лахиджанин, ветеран Первой Карабахской войны, артиллерист, если не ошибаюсь. Как вы относитесь к этой дезинформации армянской о том, что якобы Израиль отправляет этнические группы на войну? Понимаете, я вам один вещь скажу. Армянам вообще-то верить нельзя. Мы столько верили, доверяли. Ну, вся ложь. В сегодняшней ситуации я хочу всем армянам, армянской пропаганды, довести свое мнение, что в Азербайджане нет разницы. Азербайджанец, талыш, тат, лезгин, там аварец, там да? Никакой разницы нет. Мы живем как одной семьи. Не вмешивайте наши дела лучше. Вот, будучи вот лахиджанином, татом, вы считаете себя тоже азербайджанцем? Конечно, я родился здесь. И мои предки родились здесь. А вот Карабах считаете тоже часть своей родины? Конечно. Ради Карабах нужно наш... воевать. Твое Карабах это наше сердце. Это сердце Азербайджана. Мы без сердца дышать не можем. Очень-очень так ярко, гордо звучит. Конечно. Скажите, пожалуйста, что вы хотели передать нашим соседям западным, армянам, на своем родном языке? Я могу и на своем, на всех языках им передать. Лучше на давать своем. На своем. На своем, скажем. Потому что они наш язык тоже хорошо знают. Вкратце тогда. Да. Ermenihan, şimdi rahat na boşind. İnşallah samum Karabağ biyem. Karabağ Azerbaycan'ı. Umla barim madarin, barim milletom madarin, şnaş mı harob manind. Спасибо большое. Спасибо. Azerbaycan Karabağ.